Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Все, кто нас видит и слышит, мы очень рады этой встрече вечерней, внезапной, между прочим. Вот случайно. Лия заглянула ко мне в гости. Решили обсудить наши общие дела, общий интерес. Планы. Планы. У кого есть какие вопросы, пишите, задавайте. Мы с удовольствием ответим. С удовольствием ответим, если знаем ответы на них. Петь особо много не будем, потому что, наверное, качество звука не настолько хорошее пока в наше время. Гармошки взяли самые простые, кировские наши. Поближе к народу. Девушки, да, поближе к народу, чтобы поменьше было плохих комментариев, что взяли тульские там за 120 тысяч. Какие 120, уже 180. 180. Гармошки кусковые, для мажор, кому интересно. Ну и начнем, хоть и не казаки, но начнем с песни казачьей. Под окном широким. Я думаю, что она будет. Мы исполним сегодня песни вместе с ним. Но человек просто пришел только еще с работы. Сейчас маленько именно покушал, пускай отдохнет. Все внезапно. Ну да. Так что Саня можешь. Мы не готовились покушать. Так. Хочешь? Дай стульчики. Сейчас я напишу стул. Пока тут, дорогие друзья, ждем от вас вопрос. Их нет, я смотрю, да? Нет вопросов. Ну ладно, ну так хоть что-то напишите, что ли. Пишут очень много хороших комментариев. Спасибо за вечер. Да, правда? Да. А ты зайди ко мне на страницу. Попробуй ко мне зайти. Хотят, чтобы... Ну, задайте жару, молодцы. Одно.
Давай пока нет вопросов, мы будем что-нибудь петь, играть. Да. А потом, если что, поотвечаем. Но да, для нас более важно что-то услышать от вас, какие-то отзывы. Ладно. Только не критичные. Потому что критика до добра не доводит. Просто вечер песни, вечер отдыха, да. Кому но, к сожалению, качество, наверное, все-таки не очень у всех интернет. Спрашивают, камера на штативе. Нет, камера у нас не на штативе. Она на резиновой камере стоит. Давай, ты спой, когда ты была молодая. Исполнитесь, пожалуйста, не для меня. Давай. А ты чё? Меня мать провожала. Куда провожала мать?
Ну, Карибина, понятно. А повеселее Урал с вами. Спасибо за положительные эмоции. Здорово. Скажите, пожалуйста, какие ближайшие творческие планы участия фестиваля? Кстати, вы недавно же были на Урале. О, да. Кстати, привет, Урал! Ну, Урал тоже разный, как и север, да? Ой, чуть-чуть. Ну да, мы, кстати, были недавно в Челябинске с Трёхцветьями. А Трёхцветьями? Да, кто не знает Трёхцветьями, можете посмотреть в интернете. Жаль, что нет с нами еще двух красавиц. Да? Мы уехали. Обещали, в гости. Ну, в общем-то, коллектив такой есть у нас. Вареньку. А, Вареньку? Вот. А мы были на Урале в Челябинске, я уже сказала. А ближайшие планы у меня, например, тоже с девчонками, это город Орёл. Привет, кто смотрит, если не забыла. Южный Урал с вами. И Питер и Пить просят. Ой, нет, ребята. Это не из нашей, это Шнуру звоните. Ну да, позвоните, реально. Москва любит вас. Как? Боже, как здорово. Один из именитых гармонистов, Александр Петрович Устьянцев, как раз из города Урала сказал, что какого нечего... Какого города Урала? Прости, с Каменско-Уральска, да. Да. С той степи. С той степи, да. Сказал, что нечего изобретать из гармонии что-то иное. Ух, жарко. То есть он имел в виду, что не нужно петь современные песни под нашу гармонию. Достаточно русских народных. Можно. Но не в Питере. Ну, не в Питере петь, нет, ребят. Ну что, давай повеселее что-нибудь, да? Он не прав, и Белгород с вами. Проезжала конница. Он не прав. Проезжала конница. Все казачьи. Давай что-нибудь веселое, а потом... А я хотя она веселая. Я не знаю. Не знаешь. Давай что-нибудь другое. Давай. Давай ты споешь, я тебе подыграю. Про... Вареньку? Не Вареньку, а этот вот. Проезжала конница. Воронежскую, которую ты... Это... Ну, ребят... Как они? Я тоже слов не знаю. Голубаныш. Нет, ты хотел спеть веселую вот эту вот. А, и в Ростове, и в Тамбове. Да, я тебе подправлю. Ростове, а и в Ростове, а и в Тамбове, а и в Ростове, а и в Тамбове, а и в Ростове, 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 а и в
Вас спрашивают, где заказные гармошки. Ждем на Светлане на сметанинские встречи и просят песню «Сидел Ваня на диване». И о Прилушке. Ну, о Прилушке мы можем спеть, я думаю. А что за «Сидел Ваня на диване»? А ты будешь с этим? Самара с вами, когда загляните с концертами на Волгу. Лия, хотелось бы в следующий раз увидеть Цвети. Конечно, увидим! Я вам обещаю. Мы тут вообще-то хотели на Ютубе запускаться, но у нас так случилось, что ВКонтакте получилось, поэтому я думаю, теперь частенько будем так, да? В общем-то, ну, хотя бы раз в месяц. А Цвети не увидите обязательно. Я вам обещаю. Хочется запуститься в час. Сейчас зима, Цвети. С этим под снегом. Под снегом. Уехали все. Что ты хотел сказать? А, ты заказали гармонии? Продали. Кризис. Кризис. Продали все. Продали, выпили все. Ну ладно. Шутка это. Шутка. Отдыхают они. Так, ну что, давай Прилушку или что-нибудь такое еще лиричное, а потом Прилушку. Давай Прилушку. Ну давай. Как? Давай как у кубанского вступления. Играй, я под тебя. Столько куплетов.
Еще кто-то один добавил. Это вообще... Уже трое попросило Калинку и просят дети Калинку. Калинку? Давай, Лия, ты с детьми работаешь, Калинку сыграй. А Саня, кстати, Калинку умеет. Саня прячется. Он играл ее. Нет, давайте без Калинки. И что, ты хочешь сыграть? Да, вспомни хочу. Говорят, что раз в месяц мало таких посиделок, давайте хотя бы 3 раза в неделю. Ой, да вам надоест, милые. Да. Ну что же, мы знаем это все. У нас же учеба. Саша, давай споем что-нибудь вместе, миленький. Да, Саня, садись с нами. Да, там народ уже просит. Да. Александр Поляков. Валенки. Голодный, но... Голодный, но... Да, давайте ему дадим гармонию, пускай, чтобы не было обсуждений, что чего? Был гость такой, да, и не дали ему ничего исполнить. Саша, что тебе ближе к душе? Спой, пожалуйста. Для мажора. Можешь там шли в обратно, может ты. Ну, давай, Сашка, я тебе предлагаю. Так, кстати, покрепче будет. Можешь взять, да. Да, нет. Горского городка Волгоской области. А?
Привет из Тангорского городка Вологодского области. Тангорского городка. Привет. Я там была, да. Как-то была. Давай, не особо быстро. Лея, подстрой пятую. Да. Не сильно быстро. Да. Вопросов, ребята, вопросы нет. Только пожелания. Только пожелания. Ну, спасибо большое, что нет вопросов. Мы так готовились. Чё ты врёшь-то? Давай, что-то мы ещё с тобой хотели. Я когда-то была молодая, мы пели, да? Давай, нет, не пели. Не пели? Давай. Отлично. Немножко передохнуть. Ваня, сядь чуть-чуть поближе. Ничего не стесняйся. Нас видно всех? Да. А, заигрывай. В тебя меха будем. Я буду вот так. Давай, Ваня. Yeah.
трансляции, и у меня вопрос, нужно переключиться, потому что началось почему-то плохое качество. Часто ли планируем? Как Сань приезжать будет? Это все спонтанно. Да. Честно слово. Вообще не планировали. Все с работы, с учебы.